Вот Сокс здесь может встрять, да. И Сокс, скорее всего, встряет. Сейчас будет еще слоу. Сокс, ну, пытается еще убежать, вряд ли что-либо ему поможет. Сокс под таур. Фёрстлад делает фокинг-мэн, тем временем и Сокс! Шанс на то, чтобы быстро-быстро ворваться и попытаться что-то здесь организовать. Так вот, ТП очень своевременно, и Покинет идет в толпу. Семечка пира, Покинет, смотри, живет Покинет, он умирает, прыгает, падает, но пады нету. Ультимейт, вот он, ультимейт есть, ультимейт все-таки плевок еще и Фата, Фата спрятался. Здесь же МСС, очень своевременно, Фата должен умирать, Фата убивает все-таки Фогина. Сайленс, надо убивать Джио очень быстро, хорошо. Теперь Фира, Фир дал кулдаун и отлично цепляет его пас. Фир тоже должен убирать, можно сразу убивать еще МСС-а. МСС на паса. Хорошо, МСС ТД. Джио видит МСС. Сайленс, Сайленс прыгает на Джио. Джио получает Сайленс, забирает секунду. Здесь же МСС. МСС срывается через толпу. Хорошо, Клакер зажал просто троих Коги. Отлично все. Ультимейт, покемейт, толпу не готов. На Юниме забирает здесь Росмен. Уже 2-2 ЕГ, очень хорошо дерутся, Фата до конца дерется, сколько дэмэджа вписывает здесь Фата, а также Найт, Фата прыгает дальше, умирает на Найт, умирает также Фир, и драка 4-3 выиграна команда ЕГ, Фата пытается убежать отсюда, за ним догоняет, это 5-3, Evil Geniuses, какой же царь Юниверс. Шпином Фафабу снизу, Клокер, ой-ой-ой-ой-ой, Юниверс второй раз подряд. Делает все просто шикарно, Микель здесь умирает, Юниверс едва живой, Юниверс, еще и просто Юниверс тоже умирает, Покинет встанет, и это 2 в 1. Уйдут, неужели не уйдут? Они не уходят. Разошлись, Клокберг, бодового паса, закрывает двоих, Клокберга убивает здесь, отлично сыграли французы, подняли у нас Покинета, Покинет дает овергроус. Держит Фира, Фир БКБ, и там вы смотрите, как that хорошо сделал все, Рубик тоже дал вопрос. В ответ, но в любом случае, Пак стоит ультимейт, Фир закончил с БКБ, Фир умирает, это 2-2 пока, но еще два фрага надо сделать, и МСС тоже умирает, Фата с ДТ, это 2-4, Фогет тоже умирает, это ультракилл Фата. Radiant's top tower has fallen. Сокс, Фогет, жив. Вот это прикол! Просто-напросто Сокс решил поиграть Армлета. Вышка команды ЕГЭ в этом матче. 31 минута. Самое время. Fucking Mad. Синвиза. Влетает здесь МСС. Так вверх. Закрыл. Fucking Mad проседает очень сильно. Юниверс. Отлично. Там юзанул плейбэл. Здесь Пакта зарубивает Фир. Ульте. Минус. Тренд протектор. Минус. Рубик. Мэд Фира. Цепанули. Фир убирает. Он там ПКБ. Неважно. Там спирил опасно. Фогет. Фогет живой. Микеля тоже спирил. И выигрывает драку. 3-3. Хотя может быть и нет. Найкс. Инфест. МСС минус. Фогет. Догоном сейчас получит. Вот так. Это уже Last Chance, наверное. Прыгает поздно, Лазили, Раэгис, Юниверс. Пятый догон, плюшка, здесь же Фат толкает вперед перед своим же арбом. Фат очень быстро, Фир отспанул ультимейт, догон пятый, до БКБ. Фир улетает отсюда, кулдаун на ход дает. И за ним продолжается погоня под этим кулдауном. Вообще пофиг, пацанам. Найк сейчас будет банды, прыгает Пак, дает Сайленс. Сам прячется, минус Фир. Идет дальше у нас, собственно, Сокс. Джейо здесь умирает уже от пятого догона. МСС. Дайер тоже умирает. Там Пак. Пофиг, Покер. Фату, Гейль. По Юниверсу. Там кулдаун, кстати, по Покимеду. Ультимейт от Мэда. Мэд. Мэд юзает Неку, выживает. Птичка одна умерла. Здесь Пак прыгнул, спанули Фира. Пак, догон пятый, Фир живой. Погоня дальше за Фиром. Фир умирает от стана. Юниверс пытается жить. Фогита здесь тоже разорвали. Разорвали Джио. Ну и МСС. И Юниверс вдвоем живы. И Тауэр. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. И пошло сканирование USA. Рапира! Рапира у Фира. Аэгис сейчас у Фира. Ну что же, будет ли врыв от Пака в толпу? Варды стоят. Здесь птицы. Пас сбивает ультимейт. Пата прыгает на гон. Фир живой. Пата уйдет. Пас идет в толпу. Паса подняли. Фир настреливает его. Гель заезжает от Мигеля. Мигель БКБ. Фир стреляет по Рошану. Фир очень хочет Аэгис. Фир Кексе. Фир Кексе. Фир переживет. Фир переживет. Фир переживет. Переживет и заберет Аэгис. Все-таки здесь Фир. На гон. Фир умирает. Рапира где? Рапира у кого? Рапира, я не знаю, у кого не видно здесь. Рапира есть. Radiant's Ancient is under attack. Так, здесь Юниверс цепанул. Ну и Пата опять прыгает, ультимейт здесь от Мэда, ну и это ГГ. Это ГГ точно, тут драка, Фир пытается что-то сделать. Ну,
вампира где-то тут и валяется. Ладно, не важно. В любом случае, что-то я затыкал, куда она делась. Найкс с вампира. Разве? А, да, Найкс с вампира. Вот, теперь увидим. И просто там выкладывал, перекладывал Сокс ее 100 раз. И я таки не заметил. Сбила с меня, с толку немножечко вот эта бешеная рампира. Все повыкладывали, чтобы ею завладеть. В итоге не получилось. Эх.